Первый к стрельбе готов. Четвертый к стрельбе готов. Огонь! Посещение тира для сотрудников полиции, Росгвардии и специальных подразделений – дело привычное, но сегодня в тире день особый. Здесь проводятся соревнования. Перед строем старший инспектор группы кадров отдела по работе с личным составом Ленинского ОМВД Алексей Шаповалов рассказывает о правилах и регламенте. Зачет у нас будет личный и командный. В личном зачете наибольшее количество, кто выбит, и командный будет суммироваться все участники команды. Соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященные Дню защитников Отечества, в Управлении внутренних дел по Ленинскому району стали уже традицией и проводятся каждый год. Но в нынешнем году состав участников значительно пополнился, а соревнования приобрели статус межведомственных. Таким образом, и ответственность за победу в команде больше, и конкуренция возросла. В этом году у нас решили попробовать пригласить другие ведомости к этим соревнованиям. Обычно привлекали только наших сотрудников ОВД, а сейчас пригласили сотрудников войсковой части, ФСБ, инкассации, то есть те службы, непосредственно которые работают с огнестрельным оружием. Получив патроны, члены команды, которая состоит из 4 человек, отправляются к огневому рубежу. По команде делайте 5 пристрелочных выстрелов. После этого оружие к осмотру, осматриваем и выполняем основное упражнение. 2 магазина. Заряжаете по 8 патронов. По регламенту стрельба ведется с 15 метров. Победитель определяется простым подсчетом выбитых очков на мишени. Надо отметить, что эти соревнования проводятся в том числе и для отбора спортсменов для участия в чемпионате Главного управления МВД России по Московской области и спартакиаде общества «Динамо». Особые гости – ветераны МВД. Несмотря на то, что служба осталась в прошлом, как говорится, руки помнят. Вячеслав Закревский отдал службе в органах внутренних дел 36 лет. Он уже несколько лет на пенсии, но результат показал отменный. Есть чем гордиться. У этой мишени судьи задерживаются надолго. Вторая мишень кто? Загревский. Загревский, Слав. Да, я здесь. Загревский. Саша. Где? Три. У коллег Вячеслава Ильича по команде ветеранов МВД не столь блестящие показатели, но они не унывают. На следующих соревнованиях будем стрелять лучше. Акробаты. Это репетиция была генеральная. По статистике, подавляющее большинство из тех, кто сегодня принимает участие в соревнованиях, не применит боевое оружие на поражение. Наверное, оно и к лучшему. Это очень сложно психологически ответственно, поэтому в своей жизни мне не приходилось применять конкретно, оружие. Но предупредительные выстрелы приходилось делать. По результатам этих соревнований лучшей стала команда инкассаторов. Поздравляем победителей и желаем им, чтобы они стреляли из боевого оружия только здесь, в тире. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.